Да здравствует новый день! Всем привет! И вы уже догадались, что когда видите нас, это значит, настала пора вставать и собираться. И сейчас, уважаемые телезрители, Денис торжественно объявит вам слово, которое станет словом дня. А почему я, кстати? А почему я? Давай на камень ножницы. Ну давай. Раз, два, ты. Ха-ха-ха, ты. Гиппопотомонстросескипидалофобия. Этому слову есть вполне логическое объяснение. Оно означает боязнь длинных слов. Ну а мы предлагаем меньше слов, больше дела. В студии солнечные зайчики утреннего эфира Елизавета Терещенко. И Денис Кириллов. Просыпайся, республика. Вставай, страна. Эффективный комплекс по уходу за волосами от компании Тиандэ. Преображение, восстановление, защита с помощью натуральных средств. Откройте для себя флюид на основе органового масла. Благодаря его уникальным свойствам даже самые поврежденные волосы обретут эластичность и блеск. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж. Телефоны для справок 037-16-842, 0779-74-733. Как же нам повезло, уважаемые телезрители, жить в Приднестровье, хотя бы потому, что в сезон овощей и фруктов мы очень часто устраиваем себе праздники живота, вплоть до отравления. И, кстати, сегодня мы об этом и поговорим. И у нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Республиканской клинической больницы Людмила Ильинична Фус. Доброе вам утро. Доброе утро. И первым вопросом вот... Все постоянно сетуют, ой, вот отравился, наверное, вот я персики поел, они плохие, вот и траванулся. Правда ли, либо люди заблуждаются? Чаще всего люди заблуждаются, потому что как таковых отравлений от фруктов и овощей мы практически не встречаем. В основном это сбой внутренних органов на фоне неправильного употребления этих фруктов. Во-первых, для того, чтобы никаких последствий не было, эти фрукты, эти овощи надо очень тщательно мыть. Потому что из природы, из атмосферы попадают всякие вещества, ненужные, да, и бактерии, и токсические вещества, будем так говорить, потому что они есть в атмосфере. Ну и потом, естественно, для того, чтобы и фрукты, и овощи могли расти нормально, естественно, что пользуются инсектицидами. Угу. Поэтому фрукты, овощи тщательно надо мыть. Даже рекомендуется, какие возможно, допустим, огурцы и так далее, подержать какое-то время в холодной воде. Но если человек правильно употребляет эти фрукты, овощи и правильно и в правильном количестве, их, да, значит, они неплохо себя чувствуют. Тут зависит очень многое от человека, если он страдает какими-то заболеваниями. Например, больные, которые страдают гастритами с повышенной кислотностью, которые страдают хроническими панкреатитами. То есть надо аккуратно да, все это есть. Надо очень аккуратно кушать. Есть фрукты, которые нужно употреблять в очень ограниченном количестве. Например? Потому что, например, больному с язвенной болезнью очень ограниченно, вне обострения, нужно кушать вишню, кизил, помидоры, черешня, потому что они содержат очень много кислоты. А черешня туда тоже входит? Черешня сюда не входит. Черешню очень осторожно надо употреблять людям, которые страдают расстройствами. Mm. Все должно быть в умеренном количестве. Покушали, если покушали побольше другое, желательно фрукты через где-то час после да, приема вот по пищи. По поводу совместимости фруктов и овощей да. с другими продуктами, когда все-таки стоит есть если... фрукты перед едой, либо после еды? Нет, перед едой не следует кушать. Следует кушать после еды. Если, допустим, завтрак или обед был скудным, можно добавить там персик, грушу или гроздь винограда. Если был более обильным, желательно где-то через час, как перекусы между приемами пищи.
Ну, знаете, как любят, о, набрал да, ведро черешни. Да, да. У нас часто так и бывает. Вот поступает, говорит, я отравился арбузом. А как вы отравились арбузом? Поел там первое, второе, а потом пол большого арбуза съел за один раз. Молодец. Естественно, что желудок, поджелудочная железа может не выдержать эту нагрузку. Есть пациенты, которые генетически, они здоровые, они могут и выдержать первый, второй, третий раз, а потом могут давать сбой. Поэтому чаще всего такие пациенты, которые считают, что это отравление, это обострение какого-то хронического заболевания, которое до того времени оно могло и не проявляться. А если, ну, для профилактики, там, я знаю, что я на день рождения попаду где-то в селе, а там же и ягоды, и фрукты, еще и помимо этого богатый стол. Может, там какой-то панкреатинчик или что? Это можно, конечно. Можно выпить панкреатин, когда более обильно питаетесь. Но все равно всегда надо думать о том, что здоровье дороже всего. Угу. И поэтому беречь свое здоровье. Ну, будем беречь мы свое здоровье. Вам большое спасибо, что вы сегодня нас посетили. И можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям? Телезрителям я пожелаю крепкого здоровья. Желаю, чтобы всегда думали о своем состоянии и никогда не делать то, чего навредит своему здоровью. Удачи во всем. Спасибо, спасибо вам большое. Мы вам дарим подарок от наших друзей компании Тиандэ. И желаем вам доброго дня. Спасибо большое. Спасибо. Взаимно. Спасибо хорошо, огромное. И, о чудо, у подорожника появился конкурент. Оказывается, лечебными свойствами обладает растение кунжут. Его, наверное, можно приложить к месту, которое болит. Либо или... натереть им больную ногу и или голову. Или превратить в порошок и избавиться от изжоги. В общем, мы не знаем, что можно делать с кунжутом, но наш корреспондент все выяснил. Смотрим сюжет. Кунжутим по полной. В коллекции ботанического сада собрано немало редких растений, одно из которых – кунжут. Свето- и влаголюбивое – так характеризуют его сотрудники, которые с 2006 года выращивают удивительную для нашего региона культуру. Кунжут – это растение, является для нашей республики интродуцентом, потому что оно никогда у нас не возделывалось ранее. Вообще, родиной кунжута считают Африку, хотя латинское название – этого растения сезамом индикум, то есть сезам индийский. Почему так? Потому что, несмотря на то, что это растение происходит из Африки, оно когда-то по морскому пути попало в Индию, и мировая площадь возделывания кунжута составляет где-то около 6 миллионов гектаров. По сравнению с Индией, в нашем ботаническом саду кунжутом засеяно всего несколько метров. Кстати, семена этого растения, на удивление, полезны для человеческого организма. В них содержится 60% жира, 20% белка и 20% растворимых углеводов. К тому же применяются они не только в пищевой и кондитерской промышленности. В медицинской промышленности находит применение из-за высокого содержания кальция. Вот люди старше 40 лет, у них наблюдается, ну, нередко остеопороз костей, то есть вымывается кальций, кости становятся хрупкими, и поэтому недостаток кальция можно восполнить, употребляя в пищу семена кунжута. Это природный источник кальция. Интересно, что кунжут идеально подходит для нашей почвы. Однако первый посаженный образец очень долго созревал. Поэтому специалисты решили провести селекцию, дабы уменьшить вегетационный срок. Для этого использовали процесс под названием мутагенез. Источником физического мутагенеза могут быть кобальт-60, радиоактивный элемент, или цезий-137. Я использовала кобальт-60. На территории научно-исследовательского института Приднестровья есть такая пушка, которая в настоящее время почти не используется. Она использовалась широко в советское время. Но мне удалось договориться, попросить специалиста и облучить семена. После облучения сотрудникам удалось не только уменьшить срок созревания, но и вывести несколько новых сортов кунжута. Мне удалось получить из белосемянной формы кунжута с длинным вегетационным периодом растения с белыми семенами, вот они, с коротким вегетационным периодом. Растения способны созревать у нас в течение 3-3,5 месяцев и с темно-коричневыми семенами.
хотя исходный образец имел только белые семена. Предположительно, сорт кунжута со светлыми семенами будет называться «Лебедь», а с темными семенами – «Мулатка». Скоро сорта кунжута будут переданы на сортоиспытания и, возможно, будут включены в реестр селекционных достижений, которые можно возделывать на нашей плодородной земле. А мы напоминаем, долго сидеть за компьютером вредно. Активный отдых превыше всего. Но пересмотреть нашу программу разрешается. Наши группы можно найти ВКонтакте, в Одноклассниках и на Фейсбуке. А еще у нашего телеканала есть официальный сайт tv.pgtrk.ru. Ну а сейчас все вместе смотрим гороскоп. Всем знаком зодиака хорошего дня! Овен. С точки зрения работы день благоприятен. Можно строить долгосрочные планы и искать людей, которые помогут вам в их реализации. Появление единомышленников не заставит себя ждать. Жизненный потенциал высок, недомогания маловероятны. Телец. Не все планы можно воплотить в жизнь самостоятельно. Что бы ни происходило, не унывайте. Хорошее настроение и оптимизм совершенно необходимы вам для движения вперед. Постарайтесь найти время для занятий, которые приводят вас в приятное расположение духа. Близнецы. Ответственный и важный день. Пришло время принимать решения. От них будет зависеть многое. Важно реально оценить положение дел. Очень удачен день для экспериментов с имиджем, посещения салона красоты, обновления гардероба. Рак. Вас ожидает день беспокойный и утомительный, но вполне плодотворный. Представители данного знака способны справиться со всеми делами и проблемами, однако должны быть готовы изменить ранее составленный график, приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Возможно, конструктивная критика руководства. Выслушайте замечания спокойно и примите их к сведению. Лев. Есть шанс добиться успеха практически в любом деле. Главное – взяться за него с неподдельным энтузиазмом. Ваши амбиции реализуются, смелые идеи воплощаются в жизнь благодаря своевременному вмешательству влиятельных людей, которым вы успели внушить симпатию и уважение. Дева. Вы можете рассчитывать на значительное улучшение финансового положения, возвращение старых долгов, получения ценных подарков. Да и в других отношениях день вполне благоприятен. Он откроет перед вами широкие возможности для расширения круга общения, начала деловых отношений, личностного роста. Профессиональные проблемы решаются легко, от вас требуется лишь немного усидчивости и здравого смысла. Весы. Удастся решить непростые задачи и успешно справиться с проблемами, которые другим оказались не по плечу. Благополучно проходят деловые переговоры, вы оказываетесь в центре внимания на конференциях, семинарах и других подобных мероприятиях. Скорпион. Благоприятный день для примирения после ссоры, урегулирования рабочих разногласий и конфликтов. Вам удается заключить выгодные сделки, находить союзников. Также можно восстановить отношения с давними партнерами. Стрелец. Пришло время решать сложные задачи. Достичь успеха в делах не так трудно, как кажется на первый взгляд. Упорство и расторопность сослужат вам хорошую службу. Удача ожидает тех, кто планирует дальние поездки или встречи с иностранными партнерами. Козерог. У вас будет возможность навести порядок как в профессиональных делах, так и в своей жизни в целом. Избавиться от всего лишнего, укрепить нужные связи, правильно расставить приоритеты. Сотрудничество, начинающееся в этот день, будет плодотворным. Водолей. Благоприятный день для общения, деловых переговоров, дружеских встреч и романтических свиданий. Сегодня вы можете говорить окружающим буквально все, что приходит в голову. Вас поймут правильно. В личной жизни вероятны перемены к лучшему, стоит лишь проявить инициативу. Рыбы. День не лишен трудностей, но все они преодолимы. Вам предстоит разобраться с собственными желаниями, ожиданиями и страхами. Поначалу может быть непросто, но потом это занятие вас увлечет. Самая гудящая рубрика нашего эфира –
машины, которой никогда не стираются. Потому что у человека, который ее ведет, есть принципы. Он считает, что автомобиль, за которым ухаживают и внимательно смотрят, будет очень долго гудеть и радовать. И мы передаем слово нашему корреспонденту, который все праздники проводит в гараже, Василию Моисеенко. Рубрика «Зажигание» и тема, кстати, актуальная. Профилактика системы кондиционирования автомобиля. Многие автомобилисты ошибочно полагают, что простуда после поездки в автомобиле с включенным кондиционером – реакция на холод. Но зачастую это работа скопившихся в системе кондиционирования вирусов и бактерий. Что надо предпринимать, чтобы избежать этих неприятностей, узнаем у специалистов. В идеале лучше всего систему кондиционирования обслуживать в мае перед сезоном летним. Но если вы не успели или у вас кондиционер стал плохо работать, то вы должны обязательно подъехать к специалистам в автосервис и проконтролировать количество фреона. Если же у вас будет в системе давление нулевое, значит, у вас где-то образовалась течь. Фильтр салона – то, без чего нормальная работа системы кондиционирования невозможна. Специалисты рекомендуют заменять его минимум раз в год. Кто, где, как использует автомобиль. Если где-то в селе, получается, нужно почаще. Если в городе, то можно и один раз в год. Если вы попадаете в какую-нибудь пыльную среду, можете включить обдув воздуха с улицы. Вы тем самым создаете давление в салоне. И через любую щелочку, через которую может попадать пыль в салон, она наоборот будет выдувать на улицу давлением воздуха, и у вас в салон не будет попадать лишняя пыль. Первый признак того, что ваша система кондиционирования нуждается в профилактике, весьма прост и заключается в следующем. Сами вы можете определить это, завести автомобиль, включить кондиционер. И в подкапотном отделении у вас две трубки. Одна толстая, одна тоненькая. Вот тоненькая должна быть более-менее горячая, а толстая должна быть холодной. Если этого не происходит, то есть толстая трубка у вас как была, так и есть в средней температуре, значит, у вас кондиционер не работает. Если проблема выявлена, в домашних условиях что-то исправить не получится. В этом деле применяют современную технику, с помощью которой диагностика всей системы кондиционирования займет около получаса. Вот аппарат такой, все содержимое выкачивает, взвешивает, чистит, удаляет влагу, заливает нужное количество масла и нужное количество фреона. Это очень немаловажно, потому что малым количеством фреона вы поставляете малое количество масла в компрессор в сердце системы кондиционирования, и он постепенно выходит из строя. Если он же выйдет из строя, то получается, что на его ремонт уходит большое количество денежных средств. Будьте внимательнее на дорогах, ни гвоздя, ни жезла вам. Друзья, 25 сентября Государственный симфонический оркестр Приднестровской Молдавской Республики открывает свой 22-й концертный сезон. С замечательным симфоническим концертом к 110-летию Шостаковича, и который называется «Музыкальная эмблема 20 века». У меня в руках вот такой замечательный пригласительный билет на две персоны, и вы можете стать его обладателем, главное, быстро и правильно ответить на наш следующий вопрос. Кто является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра? Ответы присылайте к нам на почту utrosobaka.pgtrk.ru, и, быть может, именно вы прикоснетесь к прекрасному. И вновь эта женщина собрала волю в кулак и отправилась на аэродром. Вот все вы такие, а? Вечно вам всего мало, давай еще и еще. Возомнили себя ВДВшницами и сигаете вот из самолета вниз парашютом. Когда же вы угомонитесь, ну? Никогда, Денис. Нужен женщине вот женской душе экстрим и доза адреналина. Но в этот раз не переживай. Яна не прыгала, она просто сидела и смотрела. Ну, тогда ладно. Самому интересно, если честно, узнать, как проходят тренировки и подготовки к прыжкам. С удовольствием посмотрю на то, как кто-то летит под куполом парашюта. А ворчу я, кстати, потому что мы мужчины, за вас, ну,
переживаем. Это наша задача – Родину защищать. Так что, в следующий раз прыгнешь? Я? Нет. Я говорю, смотрим сюжет. Мне нравится их смотреть. Угу. Высоты мы. Бойцы воздушно-десантного подразделения спецназа Министерства обороны отрабатывают на практике прыжки уже не первый раз. Но каждое учение для них – это что-то новое. Прыжок с парашютом – только малая часть боевой подготовки. У личного состава, у которого уже есть опыт, они уже выполняют боевые прыжки. То есть прыжок с оружием, с возможностью стрельбы холостыми патронами как в воздухе, так и на земле. И в дальнейшем, после приземления, сбор группы и убытие в район сбора для выполнения какой-либо задачи. То ли это захват какого-то объекта, то ли это какая-то засада. От момента посадки в самолет до выполнения задачи должно уйти, ну, я думаю, что не более получаса. Укладка парашюта – это очень ответственно. Малейшая погрешность, и ты рискуешь своей жизнью. Есть усилительная кромка. Главный маневр, чтобы он не зашел за резинку. Уйдет за резинку – это будет отказ купола. То бишь это может привести к летальному исходу, если человек не воспользуется запасным парашютом. Чтобы приступить к выполнению боевой задачи, каждый должен сдать зачет и знать теорию наизусть. К этому вопросу подходят очень ответственно, так как нужно не просто преодолеть страх высоты, но и выполнить поставленную боевую задачу и довести каждое движение до автоматизма. Ну, общий вес снаряжения около 16 килограмм. Единственная сложность с оружием – это при приземлении. Необходимо его удерживать, чтобы не получить травму лица. А все остальное – это наша боевая задача. Не жалуемся. Ирине может позавидовать даже самый подготовленный боец. Трудно представить, что эта хрупкая женщина настолько целеустремленная и отважная. За ее спиной 387 прыжков. Но даже сейчас она не забыла свой первый раз. Первый, это как ознакомительный, как у всех, первый прыжок. У меня страха сильно, допустим, не было. У меня желание было больше прыгнуть, чем страха. Самый страшный был, ну, как бы, такой второй прыжок. Потом третий, четвертый, оно пошло, и уже как бы с опытом на разных парашютных системах уже как бы набираешься опыта, и уже страха нет, но как бы хочется выполнить, точно на точность приземления поработать. Раньше мне не приходило в голову прыгать с парашюта, просто постоянно на медобеспечении наблюдаешь, как ребята, смотришь, как раскрываются купола, как они нервничают, все эмоции. Когда ты уже сел в самолет, и вот он поднимается. Мне кажется, у всех одно и то же впечатление, что сердце выходит в пятки раз, смотришь на всех, все старательно улыбаются, но улыбки такие нервные. Успех выполнения боевой задачи зависит не только от бойцов, ответственность в этом деле ложится и на пилота. Меняется ветер и довольно-таки часто, поэтому нужно выбирать точку с учетом ветра, с учетом изменения метеорологических особенностей, метеорологической погоды. Бывает облачность закрывает, бывает усиление ветра. Поэтому уже с опытом как-то подходишь к этому. Ну, как-то уже чисто интуитивно, наверное. Какой бы высокий уровень подготовки не был у бойца, перед посадкой в самолет инструктор и руководитель прыжков проверяют все снаряжение. Вот перед вами линия стартового осмотра, обозначенная красными флажками, уже непосредственно перед посадкой в самолет. То есть, грубо говоря, через минуту они уже будут осуществлять посадку. Скажите, а вот вы, как инструктор, вы чувствуете какую-то ответственность? Обязательно. Это самое высокое, которое есть на свете. Ответственность за жизнь людей. Их здесь 7 человек. Сколько вы тренировались, чтобы находиться здесь уже, да, в полной боевой готовности? Сам процесс подготовки к прыжкам? Ну, сам процесс подготовки длился где-то около 3 недель. Тренировки с трамплинов, отделение от самолета, стапеля, естественно, укладка купола. Все это каждый день. Длительные часы, чтобы все это научиться до автоматизма довести. Да, все понравилось, ощущение непередаваемое. Сегодня прыгали, не боялись сегодня. Это первый твой прыжок? Да, первый прыжок сегодня. Очень понравилось. Ощущения действительно непередаваемые. Наверное, самое запоминающееся это было свободное падение.
потому что ты ощущаешь себя как будто в невесомости несколько секунд, потом дергаешь кольцо, и ты понимаешь, что купол над тобой раскрылся, все хорошо. Только тогда понимаешь, что вообще вокруг происходит. Инструктор покидает самолет последним. Перед ним стоит задача намного сложнее. Управление таким парашютом, как крыло, под силу далеко не всем. Готовимся к приземлению, группируемся. Ноги вместе. Очередные учения планируют провести в скором времени. В Якутске сейчас плюс 8 градусов. В Уральске 12 градусов со знаком плюс. Термометр в городе Уфа показывает 11 градусов. А вот в Петрозаводске плюс 10. Вот и все, немного проветрились, прекращаем путешествовать по России и возвращаемся к нам в пекло, жару, духоту. И встречаем метеогид. Столбики термометров поднимутся сегодня не так высоко. Понижение температуры хоть и незначительное, но все же есть. На севере республики ночью будет 13-15 градусов тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В южных районах ночью 14-18 выше нуля, днем 26-28 положительных градусов. Спутником дня станет северо-восточный ветер силы 7-10 метров в секунду. В целом ожидается переменная облачность, погода без осадков. Если вспомнить наши школьные годы, да и не только наши, а еще и наших мам, пап, бабушек, дедушек, так вот, тетрадки во все времена использовали не только как накопитель знаний, но еще как хорошую площадку для игр. Ой, я помню, и крестики-нолики, и морской бой, конечно же. Да и просто порисовать там было классно, клеточки, розу ветров и прочее. Спасибо Диме Доброхотову за то, что он не дает нам этого забыть. Кто из нас в детстве не играл в морской бой? Сегодня эта игра популярна, как и прежде. Классический морской бой заключается в том, что два игрока рисуют на листках бумаги, каждый на своем, и так, чтобы противник не подглядел, два игровых поля размером 10 на 10 клеток. Одно игровое, второе служит для проведения разведывательных работ. Сверху по горизонтали на обоих полях пишут буквы в алфавитном порядке. С левой наружной стороны каждого квадрата ставим цифры от 1 до 10. Стандартная флотилия включает в себя 10 кораблей. Они отличаются по количеству занимаемых клеток от 1 до 4. Название каждого корабля – это обозначение количества палуб или клеток – однопалубный, двухпалубный и так далее. Количество единиц каждого корабля зависит от того, сколько клеток на игровом поле он занимает. Так, четырехпалубный только один, а вот однопалубных – 4. Соответственно, двухклеточных кораблей – 3, а трехклеточных – 2. Каждый игрок сам для себя решает, как расставить флот. Ни один корабль не должен касаться другого, и фигура корабля должна напоминать прямоугольник или квадрат в случае с однопалубным. Чтобы угадать расположение кораблей противника, игроки совершают выстрелы, отмечаемые на свободном квадрате. Чтобы упростить задачу, нужны буквенные и числовые обозначения клеток. Выстрелы совершаются по координатам, например, А8 или Г6. Если противник называет координаты, по которой находится часть корабля, то второй игрок обязан сказать «ранен» и отмечает подбитую часть «иксом». Если в итоге корабль полностью обстрелен, тогда произносит кодовое слово «убит». Если соперник попадает по кораблю, то он делает следующий ход, пока не промахнется. Игра идет до тех пор, пока один из соперников не потопит все корабли. Борьба с целлюлитом и его профилактика, повышение тонуса и упругости кожи, избавление от лишних токсинов. Все это возможно с антицеллюлитной серией от компании Тиандем. Новинка сезона – гель-липолитик. Уникальное средство для холодного обертывания. Результат не заставит себя ждать. Ждем вас по адресу город Тирасполь, бизнес-центр «Победа», первый этаж.
Телефоны для справок 037-16-842, 0779-74-733. Уважаемые телезрители, нам с Денисом всегда отрадно, когда у нас в студии уважаемый творческий гость, картины которого уже выставляются на выставке в картинной галерее под названием «Цветные мысли». Кто же у нас в гостях, Денис? И у нас в гостях художник-краснодеревщик Валерий Иванович Липский. Доброе вам утро, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Насколько нам известно, вы занимались более так тщательно красным деревом, да, работами. До сих пор занимаюсь. А художник, да, вы, получается, последние как 2 года. Ну, в общем-то, да, но к этому все равно приходится как-то обращаться каждый раз. Если ты делаешь часы из дерева, а там голый циферблат. Ну, рука так и тянется что-то там изобразить. И оживляет, опять же, конструкцию всю. Интересно. А на самой выставке что представлено? На выставке представлена серия работ, в общем-то, разного направления. В принципе, абстракционизм мало показали, к большому сожалению. Но я считаю, что картина, она не должна быть, на мой вкус, какой-то классической, каким-то там шедевром, малопонятным обычным людям. Мне кажется, людям просто хочется иметь какое-то яркое цветовое пятно на стене, которое будет вызывать у него какие-то сильные, не сильные эмоции, в зависимости от его настроения. Поэтому я пишу, исходя из того, что каждый человек, даже пусть в маленькой малогабаритной квартирке, имел на стене что-то, что ему вот так с первого раза вот понравилось, и чтобы нравилось ему все оставшееся время. Ну, я смотрел ваши работы, я заметил, что вы как бы и на одном стиле не зацикливаетесь, то есть у вас так... Чем вот подпитываетесь? Вы знаете, это все-таки занятие вот этой корнепластикой. Когда ты режешь дерево, ну, я по-другому подойду, если вы возьмете в руку шишковатую деревяшку, и вы вот так вот увидите там образ. Потом опустите глаза вниз, увидите второй образ. А перевернете вверх ногами, еще 3 образа увидите. Понимаете? Так что в этой ситуации прелесть корня в том, что каждый видит что-то свое. И надо минимум как-то вмешаться в природу, чтобы оставить как можно больше природного. И чтобы каждый человек говорил: «О, боже, да это же морда». Это как на облака мы бывает. Смотрим, о! Кролик вот, кстати, полетел. Прямая ассоциация, понимаете? Люди, которые в облаках видят кого-то, это, я вам скажу, творческие люди. Я считаю, что я стараюсь следить, собственно говоря, за современными течениями. Вот, кстати, что вас привлекает? Какие, может быть, художники вам нравятся? И из классиков, и, может быть, из каких-то современных? Ну, я, в общем-то, больше склоняюсь хотя бы к нашему Ларионову. Вы посмотрите, какая чудная живопись. Она напоминает вам о вашем детстве. Вы согласитесь со мной. И она понятна, по-моему, любому кругу. А с другой стороны, они очень яркие, они очень многоцветные. Сегодня под ваше розовое настроение, вот у вас будет эта сторона картины. А завтра вам другое что-то понравится. Вы понимаете? Кстати, вот такой вопрос. Вы сейчас сказали, да, вот картины, которые понятны каждому. А например, вот сейчас вот, ну, течение современного искусства, когда действительно ты смотришь и не можешь понять, что имел в виду автор? А может быть, это там оказывается просто в спичечном коробке заложен смысл всего мира. Вот как вы к этому относитесь? Я понял вашу мысль. Представьте себе 2 развернутые газеты, черные пятна такие ваксой намыленные и белыми буквами написано: «Ну-ка, на 2-й газете почитаем». Думайте, что хотите. Ну, вы бы дома не повесили такое. Но это выражение человека. Я поэтому разделяю. Есть какое-то возвышенное искусство. Ну, я не знаю, из каких соображений оно формируется. А есть то, что нравится мне. Ведь меня окружают такие же люди, как я. То есть вы в этой ситуации, как такой же человек, как я, и вы. То есть вам, наверное, тоже должно, по идее, понравиться. Я на это очень надеюсь. Ну, нам уже понравилось даже нам с вами уже понравилось, общаться. Да. Я вот прямо на выставке сказал, что для того, чтобы понять, что ты живешь в раю, надо предварительно побывать в аду. Вот я сейчас был в творческой командировке в Катманду, в Непале. И то, что я там как увидел, я всей душой вот как-то рвался домой. Мне было, как бы, хотел видеть вот эту траву, вот это чистое небо. Вы не представляете, как живут там люди просто.
Доносите всем, что мы живем здесь как в раю. Спасибо вам большое, что вы к нам заглянули в гости. Мы очень рады вас были видеть. И мы всех приглашаем на выставку «Цветные мысли», которая проходит в картинной галерее. Совершенно верно. Зеленского. Угу. Спасибо. И пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Я желаю всем жителям нашей страны, небольшой, но гордой, чистого неба, отменного здоровья. Главное, побольше денег. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы вам дарим подарок от наших друзей компании Тиандэ. Желаем вам доброго дня, творческих успехов, вдохновения. Знаешь, о чем я подумал? О чем? Плохо, что у меня не золотые руки, а? А то захотел бы дом построил, на участке беседку, причем такую, как в лучших заведениях нашей столицы. Потом бы начал строить мебель, кресло-качалку, и последним бы штрихом сделал бы себе качельки. Слушай, Денис, ну хорошая мечта, только что это ты все себе да себе? А вот, например, мне сделать мебель и качельки. Что ты молчишь? Стыдно тебе, наверное, да, Денис, стыдно? Вот посмотри сюжет о хороших, правильных мастерах. Все, уйду к ним в подмастерье. Ну, сделай маленькую качелю. Только себе две качельки. Сергей Анатольевич в Кицканах живет всю свою сознательную жизнь. Здесь же отучился в школе, затем получил профессию. С детства был увлечен поделками из дерева. Сегодня он вместе с родственниками изготавливает деревянную мебель для дома. Детские площадки, садовую мебель, двери, окна и кованые изделия. Рос я в 90-е. Все знают, какие это были времена. Игрушек в детстве не было. То есть и мы уже, то есть я уже в детстве мог, скажем так, в 7-8 лет сделать себе какую-то игрушку из дерева. Пусть то будет машинка, пусть то будет даже тачка, чтобы катать кого-то на ней. То есть, ну, и вплоть там рогатка, ружье, ну, это не важно, 90-е как раз война была, то есть и даже мы делали себе ружье какое-то и ходили, как будто бы защищались. В школе много чему научился. У нас были там занятия по трудам. То есть у нас учили там вырезать. Ну, вот такое. Это мне начало нравиться со школы. И вот так постепенно я пришел к такому. 3 года Сергей вместе со своим другом Александром вынашивал идею своего бизнеса. Куда бы они ни ездили, везде фотографировали интересные работы разных мастеров, выполненные из дерева. Потом рассматривали, разбирали каждое фото, думали, как это сделать и сколько материала понадобится. Когда ребята созрели, они выполнили свою первую работу – обеденный стол и 2 скамейки с резными спинками. Это был срочный заказ. Сделали они его за 3 суток, несмотря на праздничные дни и то, что такая работа требует как минимум недели. Конечно, с качеством там немножко, так как мы торопились, ну, в средний, скажем так, средний. Сейчас намного лучше делаем. Но заказчику понравилось? Ну да, понравилось. Понравилось, мы еще что-то ему делали потом. Абсолютно разные. В мастерской Сергея можно увидеть уличные скамейки, обеденные столы, детские кроватки, будки для собак и даже вот такой наборчик для отдыха на природе. На каждую работу Сергей затрачивает разное количество времени, от недели до нескольких месяцев. Все зависит от сложности. В каждую свою работу он вкладывает душу, каждая приобретает его стиль и характер. Как любая садовая мебель, это делается очень непросто. То есть. И каждому изделию своему можно гордиться. То есть оно каждое по-своему сложно делать, и поэтому второй раз, когда делается, уже как бы не те впечатления. Но когда что-то делается первый раз, там, ну, куча впечатлений. То есть это целое искусство. У Сергея 3 сына, и даже самый младший, которому всего год, уже проявляет интерес к папиному увлечению. Старший любит мастерить что-то из конструктора. Легко может починить что-нибудь самостоятельно. Сделал 1 скамеечку, и бабушка ее купила. Недорого, правда, но тем не менее это ему дало вдохновение, то есть заниматься этим больше. Сергея по праву можно назвать мастером на все руки. Работы он не боится, а его главный жизненный принцип – невозможного не бывает.
Сеня продолжает радовать нас своими спортивными сюжетами. Так как спорт по утрам очень полезен. И сегодня в нашей рубрике один из самых популярных видов спорта в нашей республике. Спорт, благодаря которому можно стать и чемпионом мирового уровня. Имя этому спорту – гребля. Ура, товарищи! Берем весла и айда грести. Гребля – это один из самых популярных водных видов спорта в олимпийской программе. Еще в 12 веке англичане любили устраивать заплывы на лодках по Темзе, правда, тогда это было всего лишь развлечение. Первые гонки состоялись там же, только спустя почти 600 лет, а в 1892 году была создана первая федерация гребных обществ. Сейчас попробуем разобраться, что собой представляет этот спорт сейчас, в чем его сложность и получится ли у меня преодолеть хотя бы несколько метров. Стоит сразу сказать, что гребля бывает разных видов. Самая распространенная на байдарках, каноэ и академическая. Отличить их друг от друга несложно, достаточно посмотреть на то, как расположены гребцы в лодке. Байдарочники сидят так, что видно только верхнюю часть туловища. Каноисты стоят на одном колене, выставив второе вперед. А в академической гребле спортсмены движутся спиной вперед, в отличие от вышеупомянутых. Академическая гребля образовалась в Англии. Свою историю ведет в Англии. Там самая древняя, самая старая гонка до сих пор продолжает существовать. Эти гонки, если вы знаете, Оксфорда и Кембриджа, восьмерок. Вот им уже больше века. В зависимости от лодки и типа гребли развиваются те или иные мышцы. У байдарочников и каноистов больше задействована верхняя часть тела, у академистов же наоборот. 70% работы делается за счет ног. Спортивную школу детей начинают набирать в среднем с 12 лет. За время тренировок им нужно не только отточить физические навыки, но и научиться работать в команде. Чем больше экипаж, тем сильнее нужно уметь чувствовать партнеров. Очень часто бывает так, что гребут в двойках, в парах братья-близнецы или сестры-близнецы, то есть близнецы, потому что они наиболее чувственны друг другу и могут на расстоянии друг друга чувствовать. Поэтому очень много примеров олимпийских чемпионов, призеров игр именно близнецов. Лодки подбираются под каждого спортсмена индивидуально, в зависимости от длины рук, веса и возраста. На первой тренировке мне не доверили самостоятельно управлять судном. Все-таки чувство равновесия развивается не сразу. Прежде чем выйти на воду, как нужно готовиться спортсменам, что непосредственно делать здесь на пирсе? Ну, во-первых, спортсменам надо переодеться в рабочую форму, то их не спортивную. Вот. Ну, и затем перед тренировкой каждый тренер дает задание своему спортсмену индивидуально. Провести разминочку, вынести необходимый инвентарь, то есть весла. Вот. И затем уже основную эту лодку, и затем прийти на плот и выйти на воду. Есть такая площадка, лодки можно становиться только на площадку. Правой ногой становишься на площадку, берешь весла до конца, и правой рукой берешь два весла вместе и присаживаешься. Сажишься, затем ноги вставляешь туда в кроссовки. Я понял. И берешь каждую руку по веслу, по такому положению. И выходи тоже сам. Скажите, вот в гребле, на какую часть тела самая высокая нагрузка? Потому что вот мы чуть позанимались, я чувствую, слегка поясница устала. То есть, что подвергается наибольшему риску здесь? То, чтобы поясница меньше болела, то спортсмены после каждой тренировки заходят в тренажерный зал и прорабатывают те группы мышц, которые отвечают за поддержание туловища. Таким образом, у спортсменов, которые долго тренируются, все факторы отсутствуют. Тренировка практически закончилась, и прежде чем мы пришвартуемся к пирсу, прежде чем мы выйдем на берег, вот мне очень интересно ваше мнение как тренера с опытом, с большим стажем, оценить мои возможности. Если бы меня в детстве отдали на греблю, были бы у меня какие-то шансы чего-то добиться в этом виде спорта? Мы за тренировку освоили практически все элементы техники гребли, то можно оценить ваше высокое, твердую четверочку. Вот так вот. Мама, надо было отдать меня в детстве на греблю.
Если в других странах грибной сезон заканчивается с наступлением холодов, то у нас Днестр замерзает редко, а если такое случается, то лед держится недолго, так что спортсмены тренируются круглый год. Часто к нам приезжают грибцы из других стран. Наш климат уж очень располагает к тренировкам. Недаром среди воспитанников нашей спортивной школы есть олимпийские чемпионы. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, море, ами море, но не ми колосон. Уважаемые телезрители, сейчас Денис держит в руках замечательную красивую куклу, которую наши друзья из авторского магазина креатива «Маг» сделали своими руками. И вы можете ее выиграть. Главное, что сделать? Ответить на наш следующий вопрос. «Эль коко де лемино?» С какого года в Республиканском ботаническом саду выращивают кунжут? Ответы присылайте к нам на почту utrosobaka@pgtrk.ru, и эта прекрасная эсмеральда может стать вашей. Все, песок в наших часах показывает, что наше время подошло к концу, и мы сейчас будем с вами прощаться. Правда, ненадолго. Завтра мы снова увидимся, и мы вновь будем очень настойчиво, но в то же время приятно и с пользой вас будить. На ваших экранах красовались солнечные зайчики утреннего эфира Елизавета Терещенко и Денис Кириллов. Хорошего тебе дня, Республика. Пока-пока. Пока-пока.